чего. А может быть и новодел в чистом виде, не знаю. В Созополе там, да, там действительно видны куски старого связующего вещества, там цемент каких чего-то, там действительно старое. А здесь нет. Ну что? Экстремальных условиях в волн я впадаю в спячку. Качку большую мы прошли. По идее сейчас уже не должно тебя укачивать. А спать хочется. Тоже как можно. Ну да, видишь, один из симптомов оказывается. То есть не только тошнит, да, а еще и голова может кружиться. У меня, благо, все прошло. Деда наш папа его очень укачало. Вот такая она Марина. Это кричал недоделанный бетон. Его разбили шторм. У него был выход на берег. Вот там секция стоит. Это выход на берег. Ее в очередной раз шторм разбил. Раньше можно было этот пешком ходить. Разбил. До берега это еще метров 3. Вон секция на берегу лежит. Она должна была соединять причал и берег. А ее он разбило? Перепрыгнуть можно. А он будет плавать, получается? Он же бетонный. Так он стоит там вот? Нет, он плавает. Он плавающий, но он бетонный. Если ты на него прыгнешь, он даже не почувствует. Чайки. Это причал. Так с него на причале. Нет, он стоит, вон, не помочь. Вон, где лодочки стоят.